Так, и снова я. Пойду покажу, как компрессор работает. Вот мы уже слышим, как он работает. Я туда зайду, там ни хрена не будет слышно, но будет видно. Смотрим. Так. Вот так работает компрессор. Маленький шайтан. Без него нам никак не обойтись. Каждую зиму мы его запускаем в ход, и он нам дает воздух на стрелке. Часть атмосфер, да. На этом все. Ну вот еще мы проверяем это. Что как, травит, не травит. Вентиль открываю. Смотрите, сейчас будет шум идти. Остаточный воздух выходит. Все, мы видим, что с этого лепесткового клапана воздух сюда не идет. Это значит, говорит о том, что компрессор работает правильно. Так, ну вот я его выключил. Все. Сейчас масло солью. И все. Всем удачи, хорошего дня.